Приветствую народ Ютуба. Сегодня у нас посылочка с Китая. Это Blitzwolf зарядник на планшеты. Ну и телефоны, планшеты, солнечный зарядник, в общем. Шел он где-то 25 дней до Екатеринбурга. С Алиэкспресса заказывал. Ну что, товарищ, скроем. Ну-ка. Упаковали хорошо. У нас коробочка. Здесь защищенная пупырочка. Но все равно она помялась. Blitzwolf. Даже на коробке написано. Что тут у нас? Сам зарядник. Кронштейн. Раз, два, три, четыре. Для подвешивания. USB шнур. Микро USB, USB. Пирки код. User manual и на столе. Все это в сторону. Начинаем распаковывать наш заветный товар. Ну, качество хорошее, сразу скажу. 20 ватт. Ампера, по-моему. Ну что ж, да. И пластины у нас получаются. Даже не вмещается. Как? Две пластинки. Так, ладно. Так, что тут у нас? Ну, то, что в солнце можно, в облачном погоде можно, в облачной погоде, а когда идет дождь, нельзя. Ну что, тут еще один нафталинчик и вагнеза USB. Я ее, будет солнечная погода, протестирую и добавлю к этому видео. И все. Итак, друзья, и вновь с вами Capital Show, поезд Optimus Tel. У нас все тот же этот Blitzwolf, что в переводе древнеанглийского означает танцующий волк. Ну, шутка, конечно. Сейчас я ее скрою. Мне все время интересно, вот на деле он планшет заряжает или нет, потому что я нигде у ютуберов не увидел, чтобы он заряжал планшет. Сейчас я его подсоединю и потом еще разок включу, покажу. Так, вот у нас. Входик. Все, зарядка пошла. Ну что ж, друзья, я буквально постоял минут 5. Сейчас посмотрим, что у нас там творится. Так. Вот 98%, тогда было 97%. Получается, он заряжает. Сейчас утро, 11 часов утра, солнце хорошее. Вот. В общем, он тест прошел. Для планшета нужен сила только 2 ампера, 5 вольт 2 ампера.
можно смело брать, я думаю, эту штуку. Там и телефоны, и планшеты заряжают. Ну все, всем пока. Лайки, кому не жалко, и подписку. Всего доброго, друзья.